Идет зеленый. Все? Да. Сегодня у нас не последние призы. На самом деле у нас будут тоже конкурсы. И главный призом которого будет являться 5000 рублей. Сегодня можно будет это выиграть, поэтому не спешите уходить. И начнем вообще наш конкурс с желающих. Кто хочет поучаствовать, получить призы, у нас очень много их. Но нужно будет поучаствовать. Да, вижу одного желающего, второго, третьего. И нужно будет нам 4 человека. Вызов принят. Вызов принят. Вызов принят. Вызов принят! Давайте, идемте вдвоем. Идемте. Идемте, да, идемте все, идемте. Забирайтесь только по лестнице. Отлично, отлично. Они еще даже не знают, что их ждет. Да. Готовы участвовать во всем, что предложат, да? Да. Отлично. У нас сегодня первый, это спортивный конкурс. Спортивный конкурс, и нужно будет вам распределиться вот так, наверное, в ряд. Вот здесь вот можете выйти вперед, не стесняйтесь. Призам потом. Вот. И ваша задача будет простоять в позе планки дольше остальных. Знаете, как стоять в позе планки? А? Да, лучше рюкзак убрать. Ты не знаешь, как стоять в позе планки? Нет. Серьезно? Знаете? Кто знает? Покажите, как стоять остальным. Покажи, покажи. Так? Да, 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 вот. И не трать силы, да, они тебе пригодятся. Да, это будет интересно, это будет занимательно. И давайте, в принципе, засечем время, начнем. Кто сколько вообще может простоять в позе планки? Стояла когда-нибудь? Нет? Вот первый раз будешь как-то... 10 минут стоял. Ты 10 минут стоял? 20. Тогда 10 минут будет, да, разыгрываться. 5 минут. Отлично. Стояли в позе планки? Готовы? Да. Вот. Я тогда сейчас засеку время. И мы, в принципе, давайте потихонечку можно вставать. И мы как раз начнем. Давайте вставайте и засекаем время. Пошло время. Вызов принят. Вызов принят. Вызов принят. Вызов принят! А призы? Я сейчас расскажу вам немножко про призы. Че? Как вам стоится пока? Нормально? Не нормально? Ладно, сейчас расскажу про призы. Как тебе стоится? Нормально. Нормально? Относительно. Относительно? Да. Вот так вот, да? Никто не был готов к такому спортивному мероприятию. Были? Готовы. Ты стоял 10 минут, говоришь, да? На тренировках когда ходил, да. А сейчас? Может быть поменьше. Может быть поменьше, да? Но они стоят 35 секунд прошло. Устали? Нет. Нет? Вот я вижу, да, вижу, кого можно взять интервью, пока мы делаем это шоу. Ты знаешь, что можно выиграть будет 5000, да? Знаешь? Знаю. Но это не в этом конкурсе, поэтому можно не стоять до последнего. Как у тебя настроение? Какой приз ты бы хотела выиграть? Какие есть. Все какие есть? Ну, не все. Мне кажется, тебе почему-то тяжело стоять. Мне сейчас. Очень тяжело сейчас стоять. Да? А, все, все, есть первый выбывший, да. Вызов принят. Вызов принят. Вызов принят. Вызов принят! Остальные все стоят, так вижу, кто нарушает правила. Чуть-чуть ниже. Я вас попрошу, молодой человек, чуть-чуть ниже. Как у вас настроение? Нормально. Что хочешь выиграть? Не знаю сам. Не знаешь? Да. Говорят, тут главный приз есть велосипед. Я хочу самокат, например. Самокат хочешь? Да, трюковой. Трюковой самокат. Но мы его тоже сейчас не будем разыгрывать. И пока все стоят. Все самые сильные остались. О! Все, что ли? Да. Да? Ваше впечатление? Относительно нормально. Нормально. Да, ребята, это будет не последний конкурс. Кто еще будет, хочет поучаствовать? Да, это будет еще один конкурс такой. Пока смотрим, ребята, пока стоят. Чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше. Попрошу подняться. И я расскажу о подарках. Ай, выбыл. Ну вот. А говорил, 10 минут будешь стоять, да? Я раньше стоял. Раньше стоял, ну все. Зато сейчас мы... Вас не оставим тоже без подарков, поэтому вы не уходите. Все? Чет? Вызов принят. Вызов принят. Вызов принят. Вызов принят! Достались два самых стойких. Двое самых стойких. Чуть-чуть выше давай, выше. Ага. 2 минуты 35 секунд. За кого болеете? За него болеете?
Кто за него болеет? Кто за болеет? О, сними, сними, сними людей, как они болеют. Смотри, как классно. Кто за него еще? Давай, поддержим их. А кто болеет за мальчика? Я. Так, повыше, повыше, повыше. Давай, давай, держись, я в тебя верю сам. Давай. Смотри, как он стойко стоит. Он, наверное, спортсмен. Ладно, дайте шанс человеку, ну что же вы? Он хочет выиграть самокат. Все хорошо. И... Он задел! 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 Нет, нет, не видели пока, не видели. Держится, держись! Я в тебя верю, давай, в тебя верю. Давайте поддержим, ребята! Держись! Держись! А ты повыше, повыше, повыше. Кто выиграет? О, кто-то выиграет 5000 рублей на, это будет подарочный сертификат, дизайн интерьеров. Это здорово, но это не один подарок. Еще победитель получит мастер-класс по мастерству актера для детей «Стань актером». Целых два подарка будет. Так, а те, кто выбыл, я думаю, сейчас мы найдем какую-нибудь спортивную секцию для вас. Вызов принят. Вызов принят. Вызов принят. Вызов принят! Итак, вы держитесь? Держится, держится. Давайте, я вас вижу. 4 минуты 20 секунд прошло, представляете? Тебе говорят повыше стать, да? Молодец! Молодец, молодец, давай. Все, я считаю, что они оба старались. Давайте. Давай, ты в порядке? Все хорошо с тобой? Ты молодец, ты держался, да. И, кстати, главное, заметьте, он ни разу не нарушил правила. Давай, вставай. Завтра будут болеть ноги. О, я знаю, что какой тебе подарок еще подарить. Здесь есть подарочный сертификат на массаж в Империю массажа. Вызов принят. Вызов принят. Вызов принят. Вызов принят! Так, эти подарки. Это все тебе. Держи. И на массаж. Придешь на массаж. Пять минут держались, представляете? 5 минут. Да, здорово. Так, ребятам на тренировке, да? Подарить подарки на тренировке. Так. Если... Так, пока желающие, да. Кто еще хочет поучаствовать? Я. Так, а кто из взрослых хочет поучаствовать? А, боятся все. Смотри, смотри, они все боятся.